Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман и Андрюха. Мы продолжаем играть в нашу замечательную, офигенную игрушку в GTA 5. И сегодня нами любимая рубрика «Контейнеры в GTA 5». Всем привет, пацаны! И сегодня у нас также есть бонусы. Это пробитые колеса, замена тачки, а также чит-тачка и борьба на двух нитро-ускорителях. Все очень весело и, конечно же, будет интересно, поэтому прожимайте лайки. Ну а мы на наше первое испытание «Прыжок веры» сейчас выберем патент. Давай тогда говори, какую машину будешь брать ты. Да. А потом уже выберем мне. Ну, давай циферка 2, фиг с ним. 2, да, получается? Ну, давай, допустим, 2, и тут у нас... Читочка. Такое, блин, пацаны. Повезло. Ну, может быть, мне и не повезет, братан, сейчас. Ладно, давай дальше. Давай дальше тогда. Ну, а ты какой хочешь? Ну, давай циферку 1 давай. 1, да, говоришь? Да, давай. И, получается, здесь... Что там? Братан, это замена тачками? Что? Это новый Макларен, и да, ребята, ну это такое, замена, блин, тачками. То есть ты забираешь Макларен, а ты себе любую читачку. Любую чит, да. Я взял новую Бугетти Мэнсер и чит, и ты, получается, на Макларене. Ну, давай посмотрим, кому повезет больше. Давай, я полетел, игроком, братуха. И давай, мчи, а теперь и мы, друзья, поедем. Да ну! Опа, Василий! Поймать его! Мы на равне, чё? Да ну, чё за танцы в воздухе? Назад, не откидывай. Слушай, я прямо точно летел в тебя. Я думал, сейчас тебя отпружиним куда-нибудь подальше. Но, к сожалению, меня также остановил ветрячочек. И получается, первый мой балл. Это было очень быстро. Ну и давай тогда выберем следующие машинки. Гоу! Следующим испытанием, ребята, мы устроим прыжок в длину. И давай выберу тачки я. Давай. А пусть будет тебе, допустим, восьмерка. Ну-ка. О, гелик, братан. Это новый гелик, да, да, кстати. Нормально. Брабус. Ну, ладно. Мне чтобы выбрать... Ну-ка. Давай 12-й тогда. Ну, давай 12-й, окей. Почему бы нет, так сказать, последний. А чё там? Еще один гелик, братан. О, там гелик Юры, нифига. Это без бонуса вы, получается, пацаны. Пацаны, держите свои трусы. Пацаны, вообще, ребята. Мы отправляемся прыгать. А это следующее испытание, прыжок в длину, полетел, братуха. Да, давай. Погнали. Ну, погнали. Я не знаю, кстати, как этот гелик в натуре, может быть, что-нибудь лучше будет. Ну, я знаю, что с одной нитро. Должен прыгать как минимум к Вайну, вот, а что твой покажет, ну. Ну, кстати, он быстро едет сейчас, у меня 600 уже. А у меня 900 уже, братик. 700, 800. Кстати, я цепанулся. Нифига. И давай, знаешь, чисто... Так как мы намного лучше того гелика, останется так, если ты не допрыгнешь, то не будет. Братан, нифига, я стройку пролетел. А если перепрыгнешь, то перепрыгнем и мы. Так, Тёга, ну было! Я, кстати, до Рублевки долетел, и, по-моему, Гелен Дост так сильно не прыгал. В натуре нифига себе с одной нитро. Да, они на говнотечке все останавливались, а тут чуть подальше. Ну я на стройке, братан, кстати, куда, на стройку приземлился? Так слабо. Да? Ну, в принципе, неплохо. Не повезло, братан, не повезло, да. Ладно, друзья мои, давайте тогда отправимся и выберем следующие тачки на следующее испытание. Гоу! Ну чё, пацаны, выбираем следующие контейнера. Давай циферку 5 мне сразу же. Давай, я отличник. Окей, давай. Кстати, я отличник, а ты троечник. Испытание, давай, да, какое испытание? Да, точняк. Ну, давай драгрейсинг. Давай драгрейсинг. Короче, пятерка, и тут у тебя... Замена тачками. И, пацаны. Ёб твою, нет, не хочу я баги. А выбираем мне тогда. Всё, братуха, троечник, давай тройку открывай. Три? Но, да, ты троечник. Давай попробуем, здесь у нас... Блин, это... Стоп, это что получается? Ну, у тебя Rocket Voltic, а у меня баги. Точняк. В итоге ты все-таки вытащил нормальный хабарчик. Следующее испытание, мы уже проехали, Drag Racing, и давай на счет 3. Раз, два, три, погнали! Ну, полетел, братуха. А стоп, подожди. В смысле? Так, ну у тебя сейчас будет болт, получается. Где ты ускорение, грёбанное? А я, кстати... Оно не едет! Да ладно! Оно не едет! Да ладно! А сколько у тебя максимум? У меня 500, братан. 310. А, да, она же много не едет, да, я вспомнил, друзья мои. То есть, кстати, тебе повезло с нитро-ускорителем, но не для этого испытания. Все-таки баги оказалось побыстрее. Да. Ну а следующее испытание, ребята, у нас будет дерби до двух побед. И давай прямо сейчас мы... определимся с машинкой. Давай. Выбирать 9-й. Ну-ка. А, да пробитые ну! колеса. А, это пробитые колеса, да, Яма? Да, тебе давай, ну, допустим, 11-й отдадим. Ну-ка. О, читерский карт. Братан, карт без ничего, либо же Бугатти быстрее, которая карта на пробитых колесах. Такое. Сейчас, мол, наверное, тоже окажется лучше. А, друзья мои, пробил я колеса, получается, у меня будет буквально там секунды 3, пока они взорвутся, поэтому, братан, давай начинать. 1, 2, 3, погнали. Гоу, братан. Воу, чуть не улетел, молодой. Такое, братан, такое. Воу!
Я выжил. Я улетел. Я выжил, пацаны. Да ну. Я выжил. На пробитых колесах я офигеть, выжил. Офигеть, братан. Слушайте, ну один балл пока есть, и мы можем побороться за победу в этом испытании. Давай, давай. Давай, раз, два, три, погнали. Не, ну короче, я должен выиграть. У меня уже сейчас, у меня сейчас взрыв покрышек будет, я чувствую. Я прям чувствую. Купаться погнал. Да, я в воду улетел. У меня покрышки взорвались, братан, прикинь. Такое. Трех секунд хватило, но даже больше. Да офигеть, братан. Чтобы одержать победу. Ну, да и, в принципе, на пробитых колесах неплохо ездит. Ну ладно, да. Ладно, давай тогда отправимся на следующее испытание. Гоу! Следующим испытанием у нас будет спуск без тормозов. И давай, Андрюха, говори, какое у тебя будет, в общем. Давай, давай. Ну, я четверочником был. Давай, я теперь на четверку ну, учусь. Тебе четыре тогда. Да. И тут у нас Range Rover с заменой тачки. Ну, как бы неплохо. Окей, а, давай так замена, тогда мне, да. Мне выбираем. Так, ну давай циферку 10. Давай циферку 10. 10, ну-ка. Да? Ну, окей. Да, тут да, у нас да. получается, друзья мои... Драгнова. Слушай, ну я даже не знаю. Ну то есть, что, меняемся? Драгнова круче, конечно. Ну да, давай меняться. Go. Так, друзья, наше следующее испытание. Оно новое, спуск без тормозов. Мы его еще ни разу не использовали в обычных рубриках. И давай я буду первым. Давай, так, давай. В полете управлять тачкой нельзя. А только когда приземлившись, уже братан, ты можешь ей управлять. И надо докатиться до дырдочки, которая вон. Так, ну чё, братан, я так, не знаю. Пожалуйста. А нормально? Я на колеса, братан, прикинь. На жопу. Так, короче, офигеть, пока, я на колеса. Пока непонятно, чё, как. Я вижу тебя, ты левее, да? Так, нет, задом, нет, задом, нет, задом. Ну, на колеса. Ну, либо так. Ну... Нет. Так, так когда на колесах я могу управлять, да, получается? Да, ну сейчас уже можно управлять. Василий! Спасибо! Давай, да, Василий! Остановил? Нет? Я все! Ёп, я тоже ну все, братан. Ну все, получается, ты дальше, нифига тебе повезло, блин, прикинь. Да, я встал. Все, братан, получается... Такое. Ну, как бы... Такое себе. Пролетели мы, наверное, где-то половину всего-то. Ну и я в итоге оказался дальше. То есть, это мой балл. Окей, тачки не взорвались. Или взорвались. Но я ну, все равно уже балл засчитал. Ну и последним нашим испытанием это будут смертельные шашки, друзья. Я выбираю контейнер для себя и давай. Пусть будет седьмой. Давай, а здесь давай. Здесь нас маленькая с двумя ускорителями, братан. РЦ-машинка, да, офигеть. У тебя что тут? Вау, у тебя Бугатти чит. Да, кстати, ребята, а сейчас мы посмотрим. Будет интересно, конечно, попробовать прокатиться на маленькой тачке по всему потоку. Тем более, с двумя нитроускорителями. Ну посмотреть, да. Смогу ли я затащить в этом испытании. Ребята, ну что же, следующее испытание. Мы уже готовы. Давай на счет три. Раз, два, три. Давай. Так, полетели. Так, мелких не обижай, поэтому... Воу. Нифига ты. Я улетел. Молодой, а я смогу вернуться. Но как бы вот только так. Кстати, вот, блин, а Бугатти, она как-то плохо рулится. Ёпт, зачем я это сделала? Она это плохо рулится, нереально. Блин. Ну, братан, не знаю, что там у тебя рулится, но... Рулится у меня все плохо, очень даже. Братуха. А что если, пацаны? Так. Че происходит вообще, братан? Я там взрывы устраиваю, если что. Пацаны, это читерство, я понимаю прекрасно, но типа, а че, ну такое, я тебя обошел! Стоп! Кого? Ты летишь, нифига? Да, с двумя нитрами же можно. А, кстати, в натуре, с двумя же можно. В натуре, братан. Ёпта, а можно я снова полечу? Не, братан, не сделаешь, не сделаешь. Ну, братаны, короче, не, ну это просто unreal. Да. Такой тачки, конечно, здесь. А куда поехал? А, ну типа развернуться. Либо так, короче, пацаны, ладно, вот так вот улетаем и поехали дальше. Ладно, ну, я думаю, что балл тут мы-то засчитаем, но просто интересно, кто окажется первее это. Я или же ты, потому что я не могу. Братан, я максимально сосредоточен, она плохо управляется. Братан, на твоей тачке уже ничего не осталось. Нормально, братан. Что происходит? Это просто какая-то... Взрывы какие-то, да, братан? Да, это нереально. Не, ну, конечно, летать можно, но это просто unreal. Да, согласен, братан, согласен. Что сейчас невозможно ее управлять, что потом также невозможно ее управлять. Блин, она неуправляемая, это Бугатти. Вот так вот. Давайте, летим на финиш, пацаны. Братан, ты чё? Тупо ты куда? На финиш. Я пошел, Андрюха. Ты чё, братан? Чего? В смысле, Василий? Я приехал. В смысле, я тоже лечу? Я приехал, да братан. Да ну, ты сделал меня в натуре. Не знаю, но типа да. Типа походу, я приехал да, просто пацаны. В полет. Не, ну чисто потому, что я летал, ребят. На самом деле этого делать нельзя, конечно, но, блин, у меня не было шанса, так как тачка неуправляемая явно. Минус тачка, братан. Ладно, балл отдадим тебе, друзья мои. У нас, получается, этот ролик подошел к концу. Мы, честно говоря, сбились уже со счета у кого-то, сколько баллов. Обязательно об этом напишите в комментариях, чтобы мы поняли, кто же победил.
Ну а на этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой инстаграмчик и на каналы. Всем удачки и всем пока! Всем пока, народ!